Друзья, дорогие, всем привет! Меня зовут Никита, канал Paradise. Сегодня у нас будет горяченькое предложение. Сегодня будет квартира 2 плюс 1, 130 квадратных метров за 55 тысяч евро. Я еще сам в ней не был, вот приехал, стою сейчас возле жилого комплекса и хочу вам сразу ее снять и показать. Всем хочу напомнить, что есть группа в Телеграме, называется «Горячие предложения Алании», куда я скидываю в первую очередь вот подобные предложения. Перепродажи, вторички по хорошим ценам. Под этим видео, конечно же, есть ссылка в описании. Также можете подписываться на мой инстаграм. В инстаграм я также выкладываю в первую очередь фотографии срочных продаж квартир по интересным ценам. На YouTube, к сожалению, пока я приеду, пока сниму видео, пока смонтирую, все-таки получается не так оперативно, как в инстаграме и телеграме. Все, друзья, начинаем. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, кто интересуется недвижимостью Алании. И поехали! Итак, друзья, что касается локации. Локация у нас — это верх Махмутлара. До моря пешочком далековато. Лучше всего воспользоваться трансфером, ну, либо автобусом. Здесь рядышком располагается школа, буквально в 2 минутах ходьбы. И вот он перед нами, наш жилой комплекс. И классный вид на горы. Сегодня погода у нас не очень. Горы, видите, в тумане все. И заезжаем на территорию жилого комплекса. Сразу перед собой видим летний бассейн, который вскоре, я думаю, откроется. Так, друзья, я вышел из машины, стою на банановой плантации. Хотел показать вам дом, как выглядит снаружи. Вот такой вот фасад дома. Выглядит, в принципе, современно. Там вообще классный вид на горы. Спускаемся и давайте покажу вам чуть-чуть территорию. Вот такая приятная территория, ухоженная, как всегда. Молодцы. Ландшафтный дизайн, садовник всегда выполняет свои обязанности хорошо здесь, в Турции. Сколько я домов не приезжал, даже если дом выглядит уже не очень, ландшафтный дизайн все равно будет. Территория будет ухожена. Все будет красиво. Вот за нами, за этим домом, точнее, Азура парк. Кто знает. Там, видите, в горах. Так, может быть, видно Golden City. И вот такая вот территория приятная. Но здесь без излишеств. Розы цветут. И еще дополнительно парковочные места. Ой, здесь такой вид шикарный, я не знаю, камера передаст, не передаст. Очень красиво. Вот это вообще огромная такая гора, это горы Торос. Сейчас, видите, туман прям накрыл верхушки гор. Да, вид классный. А вот это, кстати, наш Экзодус Махмутлар. Там есть у нас по 42 тысячи евро. Продажи. Дом вот совершенно новый, только сдался. Я про него уже снимал видео, сейчас ссылка появится у вас на экранах. Хороший комплекс получился нашего застройщика. Дают уже на сданный дом, вот на таком этапе, в рассрочку на полгода. Ну, идут сейчас из-за карантина на встречу покупателю максимально. Можно даже какие-то скидочки получить, можно даже получить скидочки в виде мебели и техники. Но я вам это не говорил, это по секрету. Это индивидуально все обсуждается. Итак, квартира, повторяюсь, с площадью 130 квадратных метров. Это 2 плюс 1. Начнем с кухни-гостиной. Такая вот красивая кухня-гостиная с выходом на балкон. Большой балкон, сейчас чуть позже на него выйдем. Вот она.
Здесь вид из кухни. Вид, кстати, на крепость. Так, давайте выйдем сейчас на балкон. Смотрим виды. Такая вот здесь красивая местная люстра. Интересно, как она светит ночью. Огромный прям такой балкон, лоджия. Видите, куча места. Здесь уже, видите, балкон застекленный. Причем, не знаю, я почему-то в Сочи не видел, как вот, чтобы так застекляли. То есть она все складывается в одну, ну вот мы ее чик-чик-чик-чик-чик, и все в одну складывается, в одно стекло, ну вот так, пачкой. Ну что очень удобно, то есть мы можем убрать это, и будет вообще полноценный открытый балкон. Классный вид, в принципе. Так. Здесь у нас интересно, наверное, тоже выход. Ага, да. Ну, можно по-своему все сделать. И первая спальня. Все такое очень уютное в бежевых тонах. И вторая спальня у нас со своим санузлом. Сейчас покажу. Здесь, видите, еще один небольшой отдельный балкончик. Да, здесь прям кофе попить, почитать, посидеть. Классно. Так, и здесь у нас небольшой свой санузел с душевой кабиной. И санузел номер два. Ну что, друзья, по обзору квартиры все. Квартира понравилась, квартира уютная. Я думаю, она подойдет многим. Похоже она, знаете, на нашу российскую квартиру. Ну, видно, что обустраивали ее, в принципе, наши люди, да, так скажем. Вот, контакты сейчас мои появятся на экране. Звоните, пишите на WhatsApp. Ну, если эта квартира вам не понравилась, найдем вам альтернативу. Всегда буду рад помочь. Ваш Никита. Жду вас в Алании. У нас уже заканчивается карантин. Отменили у нас вот эти комендантские часы, которые у нас были с субботу, воскресенье, пятницу иной раз. Вот, поэтому вроде бы все идет по оптимистичному, да, сценарию. Скоро все откроют. Уже разрабатывают там схему у нас, как самых главных туристов, это у нас самые главные из Германии, из России, как будут их сюда запускать, чтобы вы могли сюда приехать, кто-то отдохнуть, а кто-то за покупкой квартиры. Все, друзья, всем пока, увидимся в Алании, дай бог.